Ребята, привет! Сегодня мы снова будем играть в территориал, только уже за СССР. Вот мы, СССР, мы вели... Тихо! Так. Агу-га-га-га, короче. Ты чё, анонимус пытается? Давайте мои бебрики. Мои россиянины, давайте. Зажигаем. Все. Клава. Чисто Клава. Клава. А чё ты тут? А чё ты тут пытаешься со мной воевать? А нет, тут просто спокойно развивался, я его грохнул. Какой я жестокий. Ладно. Ладно. Тра-ля-ля-ля-ля. Ну, мы легко уничтожаем все. Мы где-то мы находимся в Европе. Я даже сам не пон... Я даже, кажется, сам запутался, где мы находимся. Ну, мы заспавнились рядом с Москвой. Надо сейчас вот где-то... Надо дальше пройтись, и мы уже будем... Москва будет нашим главным городом. Давайте, все, ребята, мы за СССР, игра в территориал, за СССР, за СССР, карта Европы, карта Европы, чисто карта Европы. Ладно, я пока что подожду, пока тут кто-то будет развиваться, а меньше, ребята, потому что тут будет... Тут я хочу поделить вместе со всеми вот эту державу, ну, по приколу. Тут вообще место, тут вообще граница, не все, прощай. Все потому, что ты мою границу закрывала, короче, так вот, потому что я напал. Опа-да, 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 все. Пока что будем ждать, пока, ну, тут осталось много каких государств. Тут бы это дели бы. Беда государства. Ну, вообще маленькой была. Ну-ка. Если так будет, то я на них буду, ребята, нападать. Потому что офигели. Ладно. На меня никто не хочет нападать. Это прямо видно даже, что туда никто не хочет воевать. Все. Все, ребята. Ты что, начинается, ребята, уже... Третья мировая война, кажется. Это Византия. Византия, прощай. Прощай. Нет, мой союзник. Ну, типа союзник. Давайте, за союзника нашего. Хотя мне все равно, все. Давай. Это Третья мировая. Это просто война, просто. Это побольше. Щели стоим. Все, ребята, это конец всем будет. Все это, тут Европа целая. Тут стала небольшая, большая часть Европы. Хорошо. Испания. Уже не Испания вообще. Ну, мы легко побеждаем. Все. Просто да, изичайшую выиграли. Ну этого осталось еще победить. Так. Ладно, туда идем. Так, все, ребята, мы СССР! Все за нас!
Россия священная держава. Ладно, мы уже выиграли. Все, выиграли. Давайте уже командами. Я только поменяю свой цвет. Нет, на красный. Вот такой, да, красный. Потому что мы СССР. А какой должен быть у СССР цвет? Правильно, красный. О, СССР, блин. Так, все, мы СССР. Был синий СССР, а сейчас, ребята, красный СССР. Все. Будем ждать. Тут у многих какие-то... Так. Так, у нас тут СССРский союз. Первого уничтожаем противника. Второго. А тут еще этот остался. Он зажат. Он полностью зажат. Еще добавил союзника, баканул тэп, анонимус. Все, я СССР решаю на всех побаковать. Как и Гитлер. Чисто Сталин фашист, блин. Ладно. И непривычно, что за красных играл, потому что я все время за синих играл. И такой, синие это мои. Я люблю просто синих. Чё? Прикиньте, если бы я бы проиграл бы этой мелкой бы державе бы. Ты чё? Бедная маленькая страна. Все, поделили. Тут еще есть какие-то места, которые мы не заняли. Блин. Я решаю всех по бокам немножечко. Немножечко. А тут какая-то уже... Тут уже как будто другая страна. Это такая же, которая вот такая маленькая была. Прикольно. Так, все. СССР. Чисто. Сидит. Прощай. Синих не осталось, в принципе, потому что тут много синих было, их мы почти всех уничтожили. Оставим кучу войска. Не знаю зачем, но я думаю, что так надо. Нет. Лучше уменьшить. Которая будет постоянно войско. Тут красные вообще меня окружили. Вы шо? Да вообще даже не пернут никак. Вообще. Я побаковал так, что на кого уже боковать нельзя. За что? Ну можем посмотреть, ребята, вот. Ладно, ребята, давайте сыграем. Тихо. Так, ребята, продолжаем. Тихо, пожалуйста. Так, у нас куча. Я в спальне, где? Все, за русских! За СССР! За кого мы любим? Чисто СССР на первом месте. Я немного на всех по боку так. А, прикол. Вот эти отнимают территории. Она смогла немного как бы отбиться, но мы ее окружим. Блин, она присоединяется к этому. Значит, мы это, к сожалению, убиваем, потому что она сама не захотела долго жить, эта страна. Так. Так, все, мы делим эту страну просто. А нет, она отбивается жестко.
Ты чё так красных баканул, а? Розовые. Вы чё так на красных бакуете? Так, ребята. Мы окружили этого союзника. Все, этот пес никак не спасется. Ну, он может уже выйти из игры. Этот анонимус может уже выйти из игры, ребята. Давайте за СССР, ребята, играем. Так, чисто все, на всех бакуем. Мы чисто Сталин-фашист. Потому что все захватываем. Блин, а как Гитлер, чисто просто весь мир под контролем нами. А чё тут осталось? Так. Там. Так, поделили. Поделили. Нападаем. Тут анонимусы ходят. Бобрики. О, снова третья чисто мировая началась. Тут. Я со всеми воюю чисто, я со всеми. Я всем объявил войну. Я на всех буду нападать. Кто мне попадется хоть на глазах, кто-то сразу сдохнет. Вот мои предсказания, которые вам ничего не значат. Вы обязательно сдохнете. А чё тут за маленькая часть вырывает? Тут что осталось? Чисто Диледия, прощай. Бадибус, ты был хорошим. А ну-ка, ты что бакануло? А ну-ка, что это тут? Чисто СССР просто правит всему миру. Мы всей Европой будем, ребята, править. Чисто. Чё это? Нет. Мир, давайте. Нет. Идите вы нафиг. Все, я делаю мир и сразу нападаю, чтобы она не ожидала такой мощной силы. Нет. Это, я же говорил, что это будет третья мировая. Вот тебе и третья мировая, блин. Все, надо тут теперь сори. Да, блин. Мне вообще... Все. Так, ребята. Давайте продолжим тут эту войну. Тут, блин, розовый самый теперь сильный. А я теперь какая-то Греция, блин. Ну хоть что-то. А ты меня осталось. Я вообще, типа, как будто вообще ничего, я ни от чего не завишу. И то я теперь воюю с этими бебриками. Кажется, всю мою историю. Это конец. Вот и сколько. Нифига, она богатая. Ладно, мы пока что на их союзников. Побакуем, ребята, чтобы... Вот как бы идеально все. А ну-ка. Нет, идите вы в жопу. Просто не издевайтесь. Мне вообще сил не осталось никаких. А просто живу, кажется, своей просто жизнью. А вообще даже никакого отпора дать не могу. Смотрите сами даже. Это очень маленькая страна. Ну что, я ей наношу какой-то отпор, но я все равно проигрываю. Ну давай ей. Тут зеленые остались, зеленые, спасибо.
Спасибо за территории. Нет! Надо удерживать территорию. Территорию. Нет, 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 нет. Что я? У меня есть один блок чисто. Где я? Ну, где я? Вот это самая маленькая страна на свете. Кажется, меня даже не осталось. А где я вообще? Моя же тут уже государства нет. Тут же все подхвачено. Это? А не зависло. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Всем удачи, ребята, всем пока. Это кринжовый был ролик про Третью мировую, и я играю за СССР. Всем удачи.